планируете отправиться в трип по нашему региону? А если уже были, то где? В этом году не планируем, но до этого мы ездили по нашему региону. Ну, в основном в Комсомольск, конечно, там наши родители живут. Но недалеко от Комсомольска есть поселок Курба. В нем расположено интересное место, называется Мишкина берлога. Там проживает медведь ручной, который очень хорошо ладит с хозяином. И когда у медведя хорошее настроение, он может с хозяином обниматься за какие-то вкусняшки и показывать фокусы. Пока не планирую. В Приморье ездили, на море, ну и все. Природа интересная. На машине интереснее, чем на автобусе. Ну, во-первых, в любое время можете выйти, посмотреть. Нет, не был. Не планирую. У меня автомобиля нет. Если с семьей ехать, конечно, лучше на машине. Я только в этом году планирую купить автомобиль. Может, и поеду с семьей. Нет, не планирую. Только в Приморский край ездим с семьей. Ну, у нас там родственники живут в Дальнегорске. Ну и в Владивостоке так. Артем. Пока едем, фотографируем, потому что путь далекий. Остановились где-то закат, рассвет, вот это фотографируем. На автомобиле топнее намного. И быстрее захотели, остановились. Мы в Приморье были на машине, конечно, отправлялись. И, конечно, в этом году планируем также в Приморье на машине. То экономичнее намного. Когда едешь с семьей, получается дешевле на бензин денег. Меньше уходит, чем на билет, если на поезде. Ну и мы можем в любой момент остановиться, полюбоваться природой. Если мы едем в природе, если в городе, то около магазина любого можем остановиться. Поеду на море летом, Волчинец. Мне там нравится. Море хорошее. Самому лучше за рулем. Интересное кино, едешь, смотришь. Нет времени, работа постоянно. Пошел, купил проще, чем самому ехать. Это так сел, расслабился в поезде, в автобусе. Я собираюсь в путешествие после похода в магазин домой. Вот это максимум, на что я сейчас способен, потому что денег нет. Вот из бюджетного путешествия завтра на работу поеду.